До Міжнародного дня оборони дітей сьогодні долучилися і волонтери клубу «Открытое серце» акціонерного товариства «Гомсельмаш». На протягу дня вони навідали сім неповнолітніх, які рідко покидають стіни своїх квартир. З волонтерами і їх підопічними зустрілися наші кореспонденти. 9 червня волонтерскому клубу «Открытое сердце» исполнится 18 годов. Сегодня он налишивает около 70 человек. Такая колькость дает махчимость не только охопить увагой детей, яким потребна допомога, але и организовывать мероприемства на высоком узровне. Наверное, сложно описать словами тот момент, когда ты видишь глаза ребенка и исполняется его заветная мечта. К нам обращаются родители детей с особенностями развития, которые не могут посещать наши мероприятия, и хочется сделать для них небольшой праздник. Мы хотим сказать слова благодарности предприятию, профсоюзному комитету нашего завода, футбольному клубу «Гомель» и всем небезразличным людям, которые помогают исполнить мечту ребенка. Со своими подопечными волонтеры сустракаются постоянно. Правда, у связи с эпидемичной ситуацией зараз массовые мероприемства не проводятся. С днем обороны детей кожного веншуют дома. Восьмигодовый Владислав 2 года тому отримал тяжкую травму на тренировке у спортивной секции. Зараз он проходит курс реабилитации, а из дому покуль не выходит. Хлопчик цікавится космосом и ведая, напевно, все, что на эту тему можно знайти у интернете. У подарунок от волонтеров – телескоп. Повиншовать хлопчика по яшедным адресе волонтеры «Гомсельмаша» запросили капитана футбольного клуба «Гомель» Руслана Юденкова. Спортсмен пришел разом с 3-годовым сыном Леоном. Мы решили вот командой собраться и подарить ребенку мяч. Здесь автографы всех футболистов. Я думаю, мы сделаем ему приятно тем самым. Об тем, какими будут подарунки, волонтеры детей не попереживают. Это сюрприз. 10-годовый Арсений – болельщик футбольного клуба «Гомель». Отсюль и запрошение до удела у мероприемстве его капитана. От волонтеров – настольная гульня, хоккей. Первый матч проходит одразу после уручения. Арсений выиграет его с сухим ликом. Алексей Сентюров, Александр Лупиненко, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».